Дерзкое ДТП с участием полицейского автомобиля произошло накануне ночью в Махачкале. На видеороликах, снятых очевидцами, видно, как водитель «Мерседес» лихо наворачивает круги на перекрестке Яракского и Картмасова и уезжает. А водитель БМВ, пытаясь повторить трюк, сталкивается с автомобилем правоохранительных органов. Водители двух иномарок были доставлены в отдел полиции, где на них были составлены протоколы о нарушениях правил дорожного движения.